Очень хорошее движение. Ну, он чешет как папа Карло. Очень прыгучий. Сейчас я тебе покажу где-то. Здесь такой ветки нету. А зубки покажешь или сейчас невозможно это посмотреть? Сейчас попробую. Прикус. Я же сама с ним еще недавно. А. Сейчас попробую даже его сточку поставить. Давай. Окрас у него, конечно, отличный. Очень, я обожаю такой окрас. Так он самый популярный. И он воспитанный. Воспитанный. И очень умный. Хитрый. Сейчас машинка проедет. А я сейчас внутрь. Какая овчарка не умная, не хитрая. Сейчас стойка. Нет, не стал. Вот. Уже лучше. О, красавчик. Морду себе расшкрябал. Из вольера же. Сбежал из вольера, да? Ну, несколько раз. Ага. Хороший я так и не просекла, где. Ага. Видно, что морда даже припухшая. Ну да, да. Переносится. Дай. Лежит. Дрессировано. Лежит. Ну, взгляд у него такой серьезный, обрати внимание, какие глазки. У него очень большая морда. Может, она еще опухшая, но такое впечатление, что опухшая. Все-таки это... А, да, опухшая. Я стояла, цинковала, наблюдала. Потер морду. Где он вылезет. А он стоит в вольере и на меня смотрит. И думает, жди. Я только оттуда ушла на кухню кашу поставить. Выхожу, он уже на улице. Блин. Обязательно возьми разослону, посмотрим происхождение. Так я сейчас буду ехать домой. О, чешет хорошо. Здесь опасно. При том, что видно, что готовили к выставке. Повороты хорошо делает. Рысь поставлена. О, бери. Ого. Не хочешь, да? Тебе это дерево не нравится? Пасик. Прыгучий. Ух ты. Молочина какой. Летающий босс. Пасик. Один босс, где-то такого же возраста, но я сомневаюсь, что это он. Не а то... как хозяина зовут? Не помнишь? Да они под Одессой. А, не-не-не-не. Нет клейма, ничего нет на нем. Нет, эти живут в моем районе, они живут в районе Голубого Дуная. Знаешь, где Голубой Дунай? Да, конечно. А ну пусть попрыгает еще. Полетает, можно сказать, даже больше полетает. Ой, чуть не упал.